Каждый из этих автобусов российского производства обошелся казне в 12 миллионов тенге. И с сегодняшнего дня более 3000 воспитанников из 10 городских школ смогут добираться до учебных заведений и обратно домой на новеньком транспорте совершенно бесплатно. Стоит отметить, что родители школьников неоднократно поднимали вопрос о том, что их дети не могут добраться до школ, расположенных вдали от дома. На сегодняшний день в городских школах знания получают более 168 тысяч учащихся. Но в связи с увеличением границ Шымкента и присоединением населенных пунктов к городу, подрастающему поколению стало тяжело добираться до школ. До сегодняшнего дня ученики добирались до школ на автобусах, предоставленных частными компаниями «Абат-Юг» и автобусный парк «Толиби». Транспорт работал по договоренности между акиматом и администрацией автобусных парков. Однако теперь приобретенные новые автобусы, на которых дети, живущие в более чем 3 километрах пути от школ, смогут добираться бесплатно. В связи с празднованием Дня независимости и в преддверии Нового года было принято решение на приобретение данных автобусов. Мы стараемся для наших детей. На приобретение новых автобусов с городского бюджета было выделено 230 миллионов тенге. Аким области при вручении ключей от новых автобусов отдал распоряжение директорам школ уделять особое внимание безопасности.